Здорово. В прошлый раз где-то здесь я вылетел. Но это ж полбеды. В общем, не буду ничего рассказывать, но уровень немножко другой персонаж, уровень 97, ну пофиг. У того сотый был. Да блин. Вылетает, короче, игруля. Ничего с этим не сделаешь. Записываешь, записываешь прохождение. Бац, краш. А пройти-то хочется, хочется, ну. Поэтому буду мучиться. Что тут свистит-то? Робот, иди на. Бабочка, вот только у меня когти не апнутые остались. И на костей. Тьфу, костей. Когтей 60 тысяч надо. Я ими драться не умею. Этим персонажем совсем. Двойное крепление всего лишь 6. Да. Ну и хапнуть сначала надо, они еще не улучшенные нифига. Короче, все плохо. И не очень хорошо. Чего? Скоробей для ног? У меня скоробей не был. Фига себе. Слышь? With the implemented overtime hours, my guys have been relying on their implants, but... Warning! Canal bridges extending in recycling. Attention! Smelter task reassignment. Не знаю, вот поставил... А, блин, у меня еще и запчасти где-то валяются, офигеть. 22 тысячи. Я их просрал. Ну я и нуб, а? Вот нубяра, а? И так денег нет, блин. У этого персонажа. Так еще и 22 тысячи. Просто так. Ой, блин. Ладно. Все не делается, все к лучшему. Поехали. В общем, драйвер видеокарты поставил другой. Может быть, с ним не будет вылетать. Хотя я уже один пробовал, самый новый вылетает. Сейчас вот поставил предыдущие версии. Посмотрим. Ну, вроде что-то изменилось, даже FPS, по-моему, чуть-чуть лучше стало. Вот, их два теперь. А в прошлый раз один был почему-то. Очень странно. Так, тут я подобрал уже. Ладно. Зато две монетки, может быть, дадут, если не подохну.
Сваливаем. Опять заморозил меня, скотина. Подохни уже, а, трактор. Иди твою мать. Это пипец, да? Не дай бог до такого, да? Да жить, блядь! Я чуть не свалился. Не дай бог до такого дожить, что трактора с нами стали воевать. Это вообще беда. Вот это помешает, я думаю. Он... Бля. А, это мой дрон. Я уж тут вот. Не, ну ты не скотина, а. Я бить, а он бить. Зачем? Зачем ты? Так, тихо. Отвязка. Тихо, парень. Тихо, парень. Оделся. Ай. Так, все вроде, да? Окей. Сваливаем. Ну как я его быстро завалил, ладно же. Ну ладно. This is good. Das ist gut. Так, трактор, иди. Ванус. Don't you believe me? You've seen the bodies, but I've seen him doing it. Why'd I make this up? Others have seen him too. It's the one guy. It's always the same. Станет меня зануда. God knows what he's doing with them. Этот секрет есть только... А, он лежит вот где-то вот он на трубе, что ли, лежит там. Но к нему надо прыгать сверху. Не отсюда. Отсюда не допрыгнешь, по-моему. Вон он лежит. К нему как-то сверху надо прыгать. Я точно не помню, где проход. Но, может быть, найду. Так, вот еще какой-то проход. Ага, это шортик. Шортики. Ну, я домой-то не пойду, наверное. Что у меня будет? 12. She's not responding when I call. It's getting worse out there, and the noises are freaking me out. 12 хилок есть. At least there hasn't been any more screaming. That's a blessing. I did see one guy. He was in a terrible state, but he seemed to know what he was doing. Ладно, пошел я. Дальше. Maybe I should have gone like she suggested. Так, куда дальше вообще? Плохой робот. Bad. Bad робот. Bad робот. Кш-кш-кш. Это не тот удар. Подлетает. Прикольно. Ладно. Здесь я, походу, тоже не был, да? Ну ладно.
ликвидатор. На кого ты нацелился? На кого ты нацелился? Не на того. Но это, кстати, не баг прицела, это специально так сделано, чтобы внимание отвлекать. То есть я лок навожу, он наводится не на удобного мне противника, а на того, за что было неудобно. Наоборот. Ну, короче, троллят, как обычно. Ванадиевая батарейка. Так, это чё? А, вон. Давай, чё? Я не помню, я с ней говорил в этом прохождении, не говорил. С ним. Для чего тебе запчасти? Ну на. Ты кто? Я решила. Ну это баба все-таки. Насколько я понял, да? Ну, девушка, в смысле, женщина, ладно. Хрен с ним. Эй, парень, а еще один удар? Ау, упс. Ну ладно, сойдет. Дайте что-нибудь мне. Жалко вам. Sector 12 employees, I hate to be the bearer of bad news, but unlicensed gambling violates federal and state law, and thus places Creo at a not insignificant risk of criminal charges and liability. So, all raging drone events are to be canceled immediately. Borrowed drones and other company equipment can be returned anonymously. Don't make me the bad guy here. I love a good drone fight as much as the next guy, but what we're doing here is too important to risk in fractions. Уйди отсюда. Пожалуйста, иди гуляй. Не хочу с тобой драться. Он не согласен. Bad robot. Так, налево пойдешь. Ничего не найдешь. А где пищит? Алло? Это ты тут пищишь? Мужик, это ты тут свистишь? When do you check in? I waited 30 minutes for you yesterday. Так, это сканируем. I need those items. I have other sources, so don't worry. Just let me know you're okay. Пусто.
Жадные, ничего не дают. Бед, рубед. Спрыгнуть можно. Только вот, наверное, не нужно. Блять, что я делаю, что я делаю? А-а-а, паника. Ах ты, скотобаня. Это вот второуровневый герой, но я имею в виду враг. Это в смысле уже с НГ+. На НГ таких тут не было. Блин, 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 здоровье. Здоровье, 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 здоровье. Тоже какая-то мощь. Тут. Не, ну вообще вот эта броня на них-то она неплохая. Совсем неплохая по защите. Так. Ну не 168, конечно, как у меня. Хотя, может быть, они тут тоже плюс шестые уже. Так, это я сюда пришел, да? Это лифт ведет туда. 8 хилок. 8 хилок. А, почему тут заперто? А, тут босяра. I'm not giving up on you. I won't hear it said that Benjamin Burke let down his team. 66 тысяч. Не, я к боссу 6. I've marked the way to the outbound station. Не пойду с таким количеством. There's big red letters saying exit. Запчастей. Even you can't miss it, Smithy. Надо вернуться по-быстренькому. Все равно шорткат открывать, вдруг убьют. Всяко может быть. Тем более тут вот есть secret place. Какой-никакой. И все, да? Правильно? Тупик тут. Что хорошо еще, вот когда спрыгиваешь с этого лифта, допустим, не вот так спускаешься, а спрыгиваешь, лифт автоматически за тобой едет. То есть, если ты спрыгнул, например, ты сразу можешь подняться. Удобно ведь. Так, но это не то. Мне надо на лифтик. Где лифтик? Вот лифтик. This is not a scheduled break time. Блин, я хотел бабочку улучшить.
Ну ладно. Хрен с ним. А, на нее хватает. 45 тысяч надо. Я ее, кстати, а, вот на эту вот 60. Ну-ка, может, консервы есть. Консервы есть. Так. Бабочка. Это седьмой уровень, а это у меня какого? Это тоже седьмой уровень. Да, вот бабочку я. Все-таки сделаю. Сколько урона? 62. Ну, для бабочки 62 это, в принципе, нормально. Я думаю. Так, все. Нет, не все. Деньги надо оставить. Здоровье взять. И на босс пойти. Бабочку пора верить, кстати. Как она? Бабочка нормальная, но для нее выносливости надо больше. Или даже не то, что выносливости. Есть имплант. Кстати, надо было его вставить, наверное. Вместо чего, например. Расход выносливости у меня где-то был минус 20 там с чем-то процентов точно был. Блин, тут все затемнено, ни черта не видать. Ладно, сейчас пойду. Вернусь еще раз. Hello. Очень полезно, кстати. Расход выносливости минус 25%. Это прям... Вот вместо, допустим, 30 выносливости поставить. Ай, блин, найти бы его еще. Минус. Так, это бесполезно, наверное. Бонус. Дамаг. Вот, раз. А, нет, это энергия. Вот, расход выносливости минус 15, а есть еще минус 25. Во, минус 25%, это же офигенно. 25% от 135, это 25, где-то около 30. Сейчас по чуть-чуть. Ладно. Не, ну с боссом-то я, конечно, когтями сражаться не буду. В любом случае. Я не умею. Я не то, что не умею, а... Не умею, да. Я плохо когтями умею. Я не тренировался. Вот эту штуку умею вроде. Ну так, сносно.
Подожди, а зачем я здесь пошел? Я неправильно пошел. Надо было по шорткату идти. Пофиг, конечно. Но здесь просто жизнь теряешь. У меня есть костюмчик? Нету. Чертежак, может. Вот этот костюмчик, кокон. Он, если его полностью эквипнуть, он, короче, плюс 30 где-то за убийство каждого врага дает. Короче, босс. Почему ты промазала, кретина кусок? Так, Лок, ну-ка давай-ка вот на эту ногу. Пиздец. Вылечиться не успел. Вот пожадничал, начал бить вместо лечения. На тебе. Сразу поплатил. Поплатился. Вот такой. Поплатился. Так, костюм я не... Короче, что я? Пошли, что? Ну или не знаю, или обратно выносливость вернуть, что-то как-то не особо. О, у меня плюс 50 есть выносливость. Да, это лучше. Наверное, это все-таки лучше. Расход-то он, конечно, расход. Я не сюда, мне не здесь. У меня шорткат же есть. Дверь разговорчивая. Болтает без остановки. Здесь по дороге всего один дохлый враг. И все, и больше ничего нет. И напрямую к Басяре. А, или нет? Или я... А, ну тут пробежаться надо просто, да-да-да. Ну, вообще-то здесь подольше бежать-то. Зато биться ни с кем не надо. Хотя... И этой жижи нет зеленой. Ну там лифт ждать. Короче, хрен редкий, не редкий, не слаще. Парень. Так, тихо. Че, не дохнешь-то? Нах ты, падла. Ну, ударь еще раз, ну... Зараза. В общем, я что понял, так это то, что в
Сурге надо на боссов как можно больше выносливости брать с собой. Иногда все будет хорошо. Уклоняешься, уклоняешься, бьешь. Выносливости, как правило, нифига не хватает. Да попадишь, что ли ты? Бабочка. Не-не. Лечись, твою мать. Три раза нажал на лечилку. Дыши, дыши. Давай еще раз. Но, блять, надо бить-то, когда я бью, а не когда тебе вздумается. Эй! Ай, хватит ты ж так. Огнеметчик недоделанный, твою мать. Не то, что... Вау! Еще и с ног сбил. Ну, такая вот дрянь. А, это версия 2 друсимайского жука. Они огненные. Ха-ха, прикольно. А ничего, ничего, да, так мне нравится. Ну-ка, это же просто, да? Друсимайского жука. Дроссель. Версия 2. Понятно. А ничего, ничего, мне нравится. Я их, может, даже улучшу. Ну ладно. Ну, часто я их, конечно, не буду носить, они не обнутые, нифига. Так, где? Дроссель майского жука. Ну, блин, перевод, конечно, классный. Неужели он в оригинале так же называется? Наверное. Переводили-то не от балды. Так, ну ладно. Я, пожалуй, закончу на этом моменте эту часть, потому что вот сейчас опять вылетит, опять не сохранится, опять геморрой. Видео хоть и короткое, но зато со следующего момента прям отсюда и пойду. Пока.